Всем привет, всем привет! Меня зовут Айдария, и вы смотрите 10-й выпуск шоу «Сумасшедший профессор». Сегодняшний юбилейный выпуск мы проведем в виртуальной лаборатории. И сегодня мы будем ставить опыт по изучению строения многоклеточных водорослей под микроскопом. Итак, что же нам для этого понадобится? Для этого нам нужен, собственно, сам микроскоп. Далее нам нужно предметное стекло, пинцет, покровное стекло и фильтрирующая бумага. И, конечно же, как же мы не обойдемся без водорослей гидриллы? Да-да, это самый главный компонент. Итак, нам нужно положить на предметное стекло культуру гидриллы и накрыть его покровным стеклом. Для этого берем пинцет, берем гидриллу и кладем его на предметное стекло. Теперь покрываем покровным стеклом и все это убираем лишнюю воду фильтрированной бумагой. Итак, у нас готов микропрепарат, и мы можем его рассмотреть под микроскопом. Итак, смотрим микроскоп, сейчас у нас 120-кратное увеличение. Немного подкорректируем. Вот, мы видим 120-кратное увеличение. Но это очень мало для изучения, полного изучения строения водорослей. Для этого мы берем 250-кратное увеличение. Немного корректируем. Ну вот, мы уже отчетливо видим клетки. Теперь можно увеличить прям на максимум 400-кратное увеличение. Теперь мы вообще видим, даже я вижу ядра в клетках. Теперь у нас осталось формировать вывод об особенности строения многоклеточных водорослей. Для этого мы пишем свой вывод. Вот я напишу свой, вы свой. А потом свой собственный вывод напишите в комментарии под этим видео. Может быть, именно ваш вывод попадет в следующий выпуск. Сегодня мы получили приз «Росли-росли водоросли». И теперь мы знаем о существовании гидриллы. Вот такой вот был у нас сегодня увлекательный опыт в нашем увлекательном шоу. С вами была Айдария, шоу «Сумасшедший профессор». Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не стесняйтесь комментировать. Пока-пока!